Здравствуйте. 12 февраля, 23 луна день. В саде Бархасватский ветра с элементом пространства. День священнослужителей, благоприятеля обучения высшим знаниям, давать наставления, принятие учения, обеты, медитации, размышления о смысле жизни, печатание книг, в дальнюю дорогу, сажать семена, борьбы с зависимыми болезнями, избегайте подписания контрактов, соглашений в этот день. Также благоприятен встречаться с высокими людьми, направлять на достойные поступки. Ребенок, родившийся в этот день, будет талантом к искусствам, стремлением познать окружающий мир, независим. День неблагоприятен для начала лечения, разрушения или установления фундамента, переездов, принимать собаку, бурение скважин неблагоприятен. Стрижка волос к достатку. Благоприятен для людей, родящих год, свиньи и зайца, неблагоприятен годам, дракона, собаки, коровы. Илогинском цукчундуане хорул сундэй, манедуане алтынгару, чудуане чадамба. Будьте полезными.